Всем привет! В эфире передача про гитары на канале Наш ТВ. Партнер нашей передачи гитарная мастерская Шамрай. Сегодня у нас в гостях Евгения Браганцева. Привет, Жень. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас передача такая от великого до большого, от большого к великому. Не могу сразу себе не отказать Жене в удовольствии. Спросите, а что такое гитарный клуб Алексея Алексеевича Кузнецова? Отвоировали а твоей роли в нем, и что такое светлое и доброе вы там пытаетесь до нас до всех донести? А, да. <laughs> ну, значит, начнем с того, что Алексей Алексеевич рассказывал да, о том, что у него есть эм, мастер-классы, которые он более 20 лет проводит э, в салоне магазине Аккорд, и, э, в общем, оттуда и вырос этот гитарный клуб. Э, так получилось, что Алексей Алексеевич хотел сделать еще одно место, в котором мы могли бы заниматься более подробно, разбирать, собственно, ну, джаз в первую очередь, да, и традиционный джаз, гитарный джаз. Вот. И так случилось, что какое-то время там выступала, есть библиотека имени Гоголя, филиал, угу. недалеко от белорусской, и там есть небольшая площадка, и я там выступала со, со, своим, со своими проектами. И как-то так случилось, что мы договорились с руководством библиотеки, что мы организуем на базе библиотеки этот гитарный клуб. Мы официально называемся Джаз-клуб гитарной формы. И я в общем, официально являюсь руководителем этого клуба, но, естественно, под патронажем Алексея Алексеевича Кузнецова. Он туда минимум раз в месяц приходит нас всему учить. Вот. А остальное время мы можем заниматься либо два раза в месяц по выходным, по воскресеньям. Вот. И мы там разбираем все, что связано с джазом. Ритм, гармонию, импровизацию, взаимодействие инструментов между собой. У нас иногда Иногда к нам приходит контрабасист, который uh -huh. тоже с Алексеем сотрудничает, Антон. Вот. А в основном там э, гитаристы. Иногда бывает там по 10 гитаристов. Вот, э, там, один раз там было как-то 13 гитаристов. Есть, есть кому, куда включиться. Один да, но иногда вообще контрабасиста не бывает. Да. Это интересное место и площадка для именно не для это не джем сейшн вот это тоже надо понимать да и это не не мастер-класс это просто такая рабочая площадка для того чтобы повысить свой э, не нулевой естественно уровень потому что с нуля там ну там трудно будет просто мы играем стандарты мы играем в общем ну и какие-то еще композиции, естественно, с буквенно-цифровым обозначением, естественно, нужно, нужно это понимать, там начинающему не очень будет интересно, а тому, кто хочет, например, сидит, как сижу на диване на встречу мечте, да, тут вдруг вот можно с кем-то еще повзаимодействовать. И к нам в клуб приходят, естественно, взрослые дяденьки, тетеньки, мы тоже рады видеть, но что-то как-то с тетеньками жидко в джазе там и вообще, вот. И поэтому приходят дяденьки, и мы находим возможности взаимодействовать. С... То есть у каждого, у каждого музыканта, в любом случае, неважно, там профессионал он или любитель, есть свое лицо, вот, свои предпочтения в музыкальном стиле. И мы стараемся в нашем гитарном клубе дать возможность всем проявить свои личные предпочтения, несмотря на то, что все равно мы играем в основном традицию. Ну, поскольку Алексей Алексеевич у нас все-таки он представитель традиционной джазовой гитарной школы, традиционный, не не авангардной, да, не не модерн. Ну здесь я часть соглашусь, хотя в общем-то Алексей Алексеевич играл и играет, слава богу, много вещей, которые стали дав давно уже классикой отечественной ну, песни. Это, это другая его сторона, да. Все-таки мы в гитарном клубе. Единственное, что мы в гитарном клубе, например, играем его э, заводные игрушки. Это блюз, который он еще написал давно-давно. То есть это блюз, джазовый, но тема написана им, и мы можем считать, что это наша, это наша музыка. Вот мы ее играем. То есть это такой клуб для интересов, для ограниченной аудитории, а развитие, какое предполагается? Ну я бы не сказала, что ограниченная аудитория. Все-таки э, у ну, нас... А почему? Нулевой уровень уже и нет? Ну, нулевой уровень, может, прийти прийти послушать, да, посмотреть, что происходит, а потом даже если приходит, Нет, были, конечно, у нас некоторые молодые люди, которые приходили, и ну, тут ведь как, надо копать всегда, да? Если ты копнул и ушел, тут ничего не получится. Вот. И если кто-то действительно хочет что-то сделать, он приходит и начинает... Да, подскажите, я это аккорд. Мы, все...". Ну, мы, мы все... Все друг другу объясняем все на том уровне, на котором кто-то... Если я что-то знаю, да, я всегда подскажу и расскажу, объясню, найду там ноты, найду там какие-то сетки, еще что-то, вот. И всегда мы даже кто, но ну, совсем на таком уровне, но хочет, всегда мы готовы и помочь, и, под, и подтянуть. Просто другое дело, что когда мы садимся играть, да, получается, но ну, человек сам понимает, что он пока не тянет, например, ту ту или иную композицию сыграть, прям вот сыграть, сыграть, да, москомпонировать правильно, соло сыграть или тему. Поэтому они сами, поскольку в основном люди взрослые, они ну, сидят и слушают. Вот. Алексей Алексеевич приходит и рассказывает, где у кого какие недочеты, или как это происходит? Ну, видишь, он же, поскольку все-таки практик, такой прям практик-практик, он на примере показывает даже, он не рассказывает. То есть минимум каких-то советов, вот, максимум, максимум все таки практики. Но в любом случае, вот последние наши вот последние полгода, говорю, после того, как мы отметили Международный, международный день джаза э, гитарным клубом, э, с ним в главе он весь, весь концерт он присутствовал и играл. Вот, э, был очень хороший концерт. И он тогда понял, кого куда надо подтягивать. И, в общем, сейчас уже э, показывает сам, как надо. Мы можем записать. У нас есть ВКонтакте группа, но она закрытая, потому что у нас там много рабочих материалов, чтобы они не сползались там. Ну, ты понимаешь, да, что... Я же говорю, у нас тесный круг не каждый попадал. Ну да. Вот. Нет, в целом, я просто, поскольку мы можем заним... собираться еще не, не два раза в месяц, можем три раза в месяц собираться, иногда собираемся в будни, когда там ну, мы договоримся с руководством. Вот. Нас, например, после основной, скажем, там какой-то джазовой программы, которая у нас есть, обязательно, мы там битлов, например, любим поиграть еще там, эй, попеть, даже <laughs> ну, в качестве бонуса. Вот. Я иногда за, за фортепиано сажусь, когда надоедает с гитарой сидеть. раз ты садишься за фортепиано, и играешь на гитаре и так далее. Давай поговорим о тебе. У тебя сколько же альбомов? Я немножко сейчас сбился со счета. Первый, по-моему, у тебя был там году в 96-м, если не ошибаюсь. Да, в 97-м году он был записан на радиостанции «Ракурс», э, которая еще да, тогда существовала. Была там студия «Грант». Вот. И мы прямо записали альбом этот... Э, причем аранжировки... Вот что интересно, аранжировки тогда я сама придумывала, но я не понимала вообще, что это происходит. Это, конечно, смешно. Все, это альбом очень смешной. Вот. Но тем не менее, он вот он есть доступен, называется музыка города, и он доступен в интернете. И это, конечно, я его не люблю слушать. Хотя там все чистенько-пушистенько записано. Там, в общем, наш звукорежиссер не дал нам расслабиться. Ну, примерно 10, наверное, все-таки, если так, 10. И один из них был выпущен аж в Австралии. А вот Перед тем, как было выпущено в Москве. Да, это была какая-то такая странная история, но тем не менее, вот оно такое было, да. Оно в... И в Австралии говорят, что где-то там в музыкальных магазинах существует, этот альбом. Но я в Австралии не была, поэтому подтвердить или опровергнуть это, эту информацию не могу. Немножко, с одной стороны удивился, а с другой стороны просто отметил, ну существует как бы некое предвзятое отношение многих, особенно рок-музыкантов к такому мероприятию, как Грушинский фестиваль. А ты там, в общем-то, одна из главных героинь. Ну нет, не совсем так это, не совсем не так. Один раз, единственный раз в жизни я там побывала, и я оттуда сбежала, я сбежала, так. я уехала просто э, сломя голову. Тогда э, Миша Бушаков уезжал, э, они приехали с директором вот, туда и уезжали на машине. Я к ним просто слезно напросилась, говорю, ребят, заберите меня, я а не почему? могу там, я там не могу. Ну, ты знаешь, все-таки нужно же иметь привычку спать в палатке, всю ночь песни горланить. И... Ну, ведерников ничего там же. Ну, я же говорю, надо иметь привычку, вот. А мы поехали тогда, целым автобусом у нас был был какой-то такой такая тусовочка многих полу и то не совсем это было не совсем такая чистая авторская песня это был такой полу фолк там полу рок полу в общем что-то такое вот такие какие-то смежные вот жанры и вот один раз такой опыт был и все и хватит и хватит а ты вообще вот как слушатели, и, может быть, как музыкант, сильно отделяешь, как таковую, называемую эту авторскую песню? Потому что, по большому счету, авторская песня, она, наша вся авторская, как Да, ни крути. Кон конечно, конечно. Даже наш русский рок — это авторская песня. Другое дело, в том, то, что иногда да. там лыжи у печки стоят, а иногда что-то, в общем-то, и нормальное, приличное происходит. Нет, ну, например, вот современная авторская песня, на мой взгляд, но ну, тот же самый рэп, да, это же тоже авторская песня. Ну, это про сложно же назвать ну, ну, хорошо но такой тогда э, такая как бы полу речитатив полу мелодическая история это тоже она как былатрепа от отошла до да, но к музыке еще совсем но тем не менее вот и У всего же есть уже история, да, у рока у нашего есть история, у джаза, у, я говорю, у отечественного, разумеется. И у авторской песни тоже есть своя история. И та авторская песня, которая была, которая была... и Которая была, как она, собственно, сама организовалась как жанр отдельный, да, и выделилась в этот жанр. И то, что она является собой сегодня... Ну, можно играть джаз, да, и сочинять, вот так, так как, как когда-то мы давно пришли в, как раз в авторскую песню, и нам, мне сказали, что у вас не авторская песня, потому что слишком много аккордов. А, ну... А, ну и вот, и, да, и меня все время там обиж... Ой, обижали, господи. Но я обижалась, конечно, когда говорила, что в твоей песне слишком много аккордов, ты их быстро меняешь, и мы не успеваем понять. Это, кстати, ребята, кабацкие музыканты, да, они говорили, что очень много, вот. И э, вот с авторской... Но это тогда не заладилось. А потом я с успехом там, ездила на фестиваль авторской песни, там тоже получала какие-то бонусы за свои песни. Они разные просто. И то э, я с таким же успехом, наверное, э, захоти, наверное, я бы стала петь рок, уйдя из... То есть, по сути дела, если ты разбираешься в жанре, ну, разбираешься в том или ином объеме, да, то какая тебе писать, какая разница, что тебе писать, джаз или поп, или рок, или фолк, просто нужно знать законы жанра, вот. И для автора, в общем, чем больше он знает этих законов, тем для него лучше. Поэтому я могу тоже написать песню на трех аккордах, разумеется. З -з 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 Зачем? Вот. И поэтому, и поэтому то, что сегодня, сегодня происходит в авторской песне, есть какие-то свои такие тусовки, да, и в каждой тусовке, в каждом домушке свои погремушки, вот так. Вот был такое рок-кабарде Дурова, uh -huh. куда приходили исключительно авторы. И вот когда я туда пришла в 96 году первый раз, там выступали поэты, выступали, ну, кого, те, кого можно называть бардами, но все равно они рок-барды, да, были. Вот. Uh -huh. А меня Дедуров просто сразу, вот он как услышал Босанову да, в, в моем исполнении, ну там слово Басанова просто прозвучало, и ритм был. И он говорит, ну все, Браганцева, это кто, тот, кто поет джаз. Я вообще тогда к джазу никакого отношения не имела, а он меня просто взял и так вот подтолкнул туда, в эту, в эту нишу, да, и, за, и, можно сказать, побудил меня развиваться в этой области дальше. И вот тоже, пожалуйста, авторская песня, авторская, рок Бороди Дедурова. Вот сейчас его нет уже почти 11 лет, а э, вот мы недавно собирались в День его памяти, э, вечер памяти, там uh -huh. сколько-то, 11 лет с тех пор, как он ушел. Вот, конечно же, потрясающие стихи, потрясающее владение инструментом и исполнение на уровне, понимаешь? Что это такое? Это не рок, это авторская песня, но это ее, ну, другое ее лицо, понимаешь? Вот. А, а, как сказать, одеть эту песню в любую инструментальную обработку, приключить, подключить туда барабаны, бас и фузика там нибудь то будет тебе и, и так, да, сделать какие-нибудь тарелочки с контрабасом, будет тебе какой-нибудь легкий джазик там, и, да, и какой-нибудь... Ну, то есть там всего полно. Вот это авторская песня. И поэтому я себя тоже не причисляю ни к чему, ни к кому. Сегодня ну, я. Ну да, учитывая, что я сейчас точно не помню, что, потому что достаточно давно слышал о... А... Как-то обновить информацию не успел. По-моему, у тебя был какой-то еще такой небольшой легкий забег в сторону трип-хопа. По-моему, что-то выпускалось у тебя подобное. Ну, там электроники больше было. Да, там сотрудничество было с разными электронными музыкантами. Я люблю электронную музыку, она интересная, а если ее соединять с инструментами, там получается... Потом она очень разная. Там стилей в этой электронной музыке я боюсь побольше, чем в рок-музыке. Ну, не меньше, по крайней мере, да. Особенно сегодня. Вот. Это, это интересно, но это, ну, это как студийная работа, да, это интересно там, ковыряться там, во всех этих ритмах, о всех этих э, паттернах. Вот. Что-то добавлять. Интересно. Но, говорю, сказать, что я, например, что-то люблю больше, что-то меньше, я люблю. Вот, поскольку я люблю любую музыку хорошую, да, мне интересно работать и тут. Вот только, наверное, фолк я не трогаю, потому что я в нем я в нем не Копенгаген. Ну, у нас, к сожалению, там, что касается русского фолка,. Это просто во многом забыто, потому что кто, ну, кто там сейчас там, ну, веретенцы, но это там, в общем-то, плюс-минус детский ансамбль, и Таисия Краснопевцева, либо идут какие-то там переработки, причем там зачем-то начинается смешаться там с артроком и так далее, мне это не близко, если честно. В этом плане меня абсолютно восхищает болгарский хор «Анжелит». Ну, это, у них есть потрясающий концерт 2004 года, по-моему, в Белграде с Хун-хурту и московским Артрио. Это, это смерть всему. То есть это просто потрясающе. То есть горловое пение тувинское, э, славянский хор, ну и Артрево, где там аккордеон, труба, ну и всякие шмыглки ну, и так это далее. Курица, очень это, это потрясающе. И у них еще был концерт с Бобби Макференом, Ох который ты. вот этот "Don't worry be happy". Ну, ну и мы это, ну и в общем мы знаем. кто кого <laughs> на самом деле. кроме твоих альбомов, мне, в общем-то, довелось достаточно много слушать концертных записей. А поскольку я во все время вообще предпочитаю слушать концертные записи, потому что, ну, это живое исполнение, это живая музыка. Нет ни компрессора, нет ни продюсера. Стали, сыграли вот как вот. Да. Так, и мне очень понравилось. Нет ли в планах выпустить что-то живое, какой-то концерт, хорошо записанный? Ну, видишь школе речь об этом зашла наверное в планах есть просто я пока не знаю механизмов осуществления этого всего просто я об этом пока не думала но вообще сейчас вот мы работаем в моем трио три у гитарледи мы работаем над мы будем писать liveом два альбома один инструментального джаза правда некоторые слушатели считают что это там совсем нафталин но не нравится эта музыка и я мне нравится ее играть и свеж пусть... стоп Нет, да пусть будет нафталин ну но да ну Вот. а второй авторский будет авторских песен моих альбомов, но естественно он будет такой стилизованный в, соответственно, в жанрах там, там будет басоново и свинг будет, и блюз будет, и фанка будет немножко, такого, ну в смысле такого прифанкованных такой, вот. И мы все это в трио, без контрабаса две гитары и голос. Вот, вот это мы хотим писать лайвом, и вот может быть. Так это к этому тоже надо прийти вот потому что все мои альбомы я писала в студии в студиях да, методом наложения вот а сейчас вот почему-то захотелось чтобы было все как раз вот энергия со содружества в реальном времени вот это уникальное уникальное явление и вспоминаю когда давно макаревич рассказывал о том что они писали какой-то свой альбом вот как раз это где-то там в ва бероут и они его писали live со своими музыкантами вот. и это будет только правда я не знаю правда как это все еще снять потому что звук то будет записан на многоканальник вот а видео но ну, если только то Что-нибудь придумаем. И это будет вот за лето. Я буд... Это будет летом сделано. Скоро вот уже. То есть а время тоже поджимает. Лето. -то... Но оно только началось. Судя по погоде. Наше московское лето. Может быть, оно продлится еще до октября, кто знает. Хорошо бы, хорошо бы. Такой вопрос традиционный для нашей передачи: как ты выбираешь инструмент? Ну бывает так, что инструмент выбирает тебя, да, а не ты выбираешь инструмент. Вот. Вот, когда я решила э, играть на гитаре вообще, вот прямо играть, играть это был 96 тоже шестой год, и мы сходили в музыкальный магазин Aid and Trade, Eight and T Trade. И да. И он трей, еще да. находился на спортивной. Да. Вот, и там после выставки висело два токамина, один такой зелененький, другой такой другой коричневенький. И вот мне зелененький такой цвета бирюзы какой-то такой. В общем, мне очень понравился. Цвет мне понравился. Ну. Вот. А то что, то, то, что металлические струны, и то, что там я вообще ничего не понимала в этом. То, что дредноут корпус. Не люб... Вот смотри, не люблю ни металлические струны, ни дредноут корпус. В общем, все это было у меня в автокамине. Я, честно, значит, лет 10, наверное, вот так на нем проиграла. Потом вдруг в магазине на Неглинке я увидела гитару испанскую. Три четверти от э, uh -huh. классики, я ее увидела, и я в нее влюбилась просто. Вот я её немножко на ней поиграла. Я ходила год о ней, мечтала, мечтала, потом мне ее подарили. Вот. Я на ней поиграла, но проблема была в том, что она была без подключений, поэтому возможности были ограничены для концерта. Да? Если в студии там можно сыграть, то в концерте постоянно это же знаешь, да, какие проблемы. То заводится, то не заводится. Нет, не хотелось мне резать ее, и я хотела остановиться... Можно её, не резать, можно через пуговицу зайти. Там нет, ну там ничего не было. Ну через... там, ну, это ты как мастер знаешь. Я-то, видишь, я не об этом и даже не задумывалась вот просто страдала, страдала от того, что что-то не звучало все. А потом один, один раз мне просто ее продавили в метро и я поняла, что ее нельзя больше никуда возить. Хорошо так. Восстановили? Ну, конечно, и потом склеили, но потом все равно же, то, что склеено, она потом расходится, склей со временем, высыхает. В общем, еще раз ее пришлось чинить. И вот я говорю: поэтому я ее не взяла еще, и потому что она уже. На ней, привыкать надо играть, она маленькая. Вот. Uh -huh. А вот эту гитару так как-то случилось, что один товарищ в нашем мастер-классах на наших Кузнецова. Вот. Он все время приходит туда, он поет, он дядька такой взрослый, поет там песни там типа «Прости, прощай, деса мама». <laughs> вот. Ну, очень, очень смешной и добрый. Вот. А, Володя. И он сказал, вот я продаю гитару, хочешь по это самое. И вот это была вот эта гитара. Я ее взяла, это корт. Я её взяла в руки и поняла, что это как раз то, что, то, что доктор прописал. Узкий гриф, Нейлоновые струнки, хороший корпус, чтобы в руку положить, не устает рука. Uh -huh. Я иногда могу на ней играть по 5-6 по часов, когда у нас репетиции, например, с проектом, да, мы играем вот в трио и вокалисты. Uh -huh. У нас репетиции по 6 часов идут, просто даже без выхода на попить. Вот. Я абсолютно спокойно на ней играю. И она такая рабочая, что в общем что я очень, очень довольна этим выбором. И, то есть, если бы мне он ее не предложил, наверное, я никогда бы не узнала, что существует такая модель. Так что получается, что, видишь, инструменты меня выбирают скорее, чем я их. Понятно. Вот так. То есть стоит ожидать теперь следующей встречи еще с чем-нибудь. Да. Нет, ну вот я говорю, я же положила глаз на одну гитарку, все-таки я попробую на ней поиграть на эту Банес. Ну, может, может подружимся. А, у меня же был еще и Банес Арткор. Вот мы с ним не подружились вообще потому что один коллега бас-гитарист решил что-то там подкрутить. И после этого звук у него настолько поменялся, что я сказала, что я не хочу больше на ней играть. Мы играли а как Олега раз джазовый проект. Коллега не смог отмотать пленку назад, что он крутил в обратном Знаешь, как Я просто подумала, лучший враг хорошего. Вдруг он еще хуже сделает. Так что Ну, в общем, что-то он там, говорю, хотел как лучше. Ну вот. Ну, в любом случае, да, вот эта гитарка и была какое-то время, несколько-пару лет, наверное. Понятно. Ну что ж, это на самом деле очень хорошо. Очень мало людей, которые сейчас могут взять в руки акустическую гитару, спокойно, с легкостью, необычайно в любой компании, Но... устроить массу приятных звуков. Женя, я тебя очень благодарю за беседу. Мне было очень интересно. Элловерды? Надеюсь, нашим телезрителям тоже. И желаю, конечно, успеть за это наше лето. Не, не до октября. Обещаю. А по, по календарному лету. Обещаю, нет, это, это уже просто, это потому уже не просто мечты, а это план, план. Уже хочется послушать, потому что вживую прекрасно. Ну, значит, будем стремиться. Низкий поклон Алексею Алексеевичу. Тебе наилучших пожеланий. Спасибо. Смотрите нашу передачу, наше ТВ, передачу про гитары. Приходите в мастерскую шамрай, слушайте хорошую музыку. Всегда рада вам. Удачи. Счастливо.